«Говорите» с Павлом Лобковым. Добрый день, это программа «Говорите». И говорим мы сегодня о теме довольно экзотичной, об астрофизике. У нас в гостях Люси Хокинг, дочь знаменитого астрофизика Стивена Хокинга, популярные книжки, которую наверняка читал каждый из нас. И сейчас Люси перевела для детей книжки об астрофизике для 8-летних мальчиков и девочек, что кажется совершенно невероятным. Потому что когда мне было 8 лет, я, конечно, интересовался строением Вселенной, но когда я открывал советские журналы вроде «Наука и жизнь» или «Техника молодежи», я тут же их закрывал, потому что все было так сложно. Поэтому меня, собственно, волнует главный вопрос. Можно ли рассказать о сложных вещах просто, доступно, но в то же время не искажая правды, которая бывает иногда очень запутанной? So, welcome, Lucy. Welcome to Rain Channel. Добро пожаловать, Люси, на телеканал «Дождь». Он называется Optimistic Channel. И мне вот интересно, вы всерьез оптимистично относитесь к тому, что маленькие дети будут изучать астрофизику? Я настроена очень оптимистично, мне кажется, их это заинтересует. И поэтому я написала серию книг с моим отцом, Стивеном Хокингом. Мы хотели захватить воображение детей и как-то объяснить им невероятное разнообразие и чудесное устройство той Вселенной, в которой мы живем. Там все об астрофизике, правильно? Или еще о других науках? Стивен Хокинг концентрировался именно на серьезной науке, на астрофизике для взрослых. А у вас в книге все серьезно, или все-таки вы излагаете информацию в популярной манере? Там все с разных точек зрения. Я как-то просматривала детские научно-фантастические произведения и поняла, что при всем разнообразии такой литературы авторы редко упоминают те знания о Вселенной, которые нам известны. А эти знания куда более странные и увлекательные, чем все, что мы можем придумать. Мне показалось, что надо взять эти факты и сделать их частью приключенческой истории. Представьте, что мне 8 лет. Хотелось бы, конечно, оказаться в этом возрасте. Как вы можете привлечь мое внимание? У меня голова забита компьютерными играми, фильмами, мультфильмами о Вселенной, путешествиях в космосе, об астронавтах, о каких-то пришельцах. Дети сегодня сидят на такой богатой визуальной диете. Вокруг так много разных источников информации, они соперничают за внимание ребенка. Поэтому самое важное – это поразить воображение какими-то темами, которые интересуют детей. К счастью, в астрофизике есть такие темы, они сами по себе захватывающие. Ну, например? Черные дыры. Хорошо, объясните мне, что такое черная дыра, но учтите, что мне 8 лет. Когда звезда подходит к концу своей жизни, когда все ее топливо уже сгорело, она взрывается. Взрыв огромный, очень мощный. И оболочка звезды улетает во Вселенную. Если это была достаточно большая звезда, то ее внутреннее ядро коллапсирует и превращается в то, что мы называем черная дыра. Я знаю, что детям очень нравятся черные дыры. Они подходят к моему отцу Стивену Хокингу и задают ему вопросы об этих перегоревших звездах. И чаще всего они спрашивают, что будет со мной, если я упаду в черную дыру. Все хотят это знать. И что же произойдет? Все зависит от ситуации. Если вы приблизитесь к маленькой черной дыре, вас, скорее всего, порвет на спагетти даже до того, как вы туда упадете. То есть силы гравитации. Точно из-за гравитации. Она разорвет вас на кусочки, а вы еще даже близко к черной дыре не подлетите. А если это будет массивная черная дыра, то у вас будет шанс проплыть мимо горизонта событий, так называют границу дыры. И вы, может, даже не заметите ничего, кроме каких-то искажений вокруг. Но через некоторое время разница в силе гравитации у вашей головы и ваших ног заставит ваше тело разлететься на куски. Вот что произойдет, если вы упадете в черную дыру. У вас получилось рассказать мне это за одну минуту, но книги-то толстые. Что там еще есть? Какая история?
Мы решили писать об астрофизике через историю о маленьком мальчике по имени Джордж, который переживает сразу целую серию приключений в космосе. Джордж встречает своего соседа, у которого есть суперкомпьютер, он называется Космос. И космос настолько мощный, что может создавать дверь, пройдя через которую вы можете попасть в любую часть известной Вселенной. Так что история про Джорджа состоит из его приключений на Земле и его похождений за порогом этой двери в других уголках мира. В книге описано, как он видит что-то, узнает какие-то вещи, потом возвращается на Землю с новыми знаниями и применяет их, чтобы решить здесь свои проблемы. И в конце он помогает своему другу-ученому, который как раз попадает в черную дыру. Which I still remember when I was like 10 or 12. Это все мне напоминает книгу. Я прочел ее, когда мне было лет 10 или 12. Она называется «Приключения Карика и Валю». It's Russian book. But the story was that a boy and a girl, neighbors, get very small. I don't remember what. Не помню, кто ее написал, это русская книга. Там рассказывается про мальчика и девочку, соседей, которые становятся очень маленькими. Уж не знаю как, может, их такими сделал волшебник. Они уменьшаются до размера в 1 миллиметр и попадают таким образом в микрокосмос. К муравьям, в муравейники, в ульи, к пчелам. Видят клетки растений, как растут корни, то есть сталкиваются с природой. Наблюдают за инфузориями и туфельками. Я до сих пор все это помню. Может быть, поэтому я стал биологом. По крайней мере, то, что в детстве я прочел эту книгу, глубоко на меня повлияло. Вы глубоко заглядываете. А вы не рассчитываете на то, что каждый мальчик или девочка, который прочитает вашу книгу, станут потом изучать физику или астрофизику? Нет, совсем нет. И нам не хочется подталкивать детей к этому. Идея не в том, что каждый ребенок, прочитавший эту книгу, обязательно должен стать ученым. И в какой-то степени это так, потому что человечеству нужны специалисты разных областей. В то же время исследования показывают, что дети, которые сталкиваются с астрофизикой в возрасте, скажем, 10 лет, потом с большей вероятностью идут в науку, потому что их затягивают такие поразительные темы, как черные дыры или поиск внеземной жизни. Знаете, когда я читал книги Стивена Хокинга для взрослых, это было очень трудное занятие. Мне показалось, что это очень трудное чтение. Да, астрофизика требовательна. Читатель испытывает свое сознание, воображая такие вещи. Между микрочастицами, вроде ядра атома и в нашей Вселенной, огромные расстояния. А видимый мир – это такая тонкая прослойка между ними. И везде действуют разные законы. И чтобы понять это, чтобы понять, например, квантовую физику, нужно иметь богатый запас знаний, в том числе обычных познаний в физике, о законах Ньютона, о таких простых вещах, как кинетика и механика, а это очень скучно. Когда я был в классе 4-м или 5-м, ну вот, например, когда в США и Великобритании дети начинают изучать физику. В британской системе начального образования есть научные компоненты. Так что уже в первых классах школы дети получают какое-то представление о научном познании. Ну, а когда, скажем, они узнают о законах Ньютона и об ускорении? Примерно лет 8-10. И в это же время вы даете им знания, которые в этих книгах. А там совсем другие законы, они сложнее. Как все это может поместиться в одной голове одновременно?
Я с вами совершенно согласна. Мы уделяли большое внимание этому, пытаясь описывать явления, которые понятны детям. Для нас одной из главных идей было написать книгу, не требующую никаких знаний и дающую понимание основных описываемых принципов. Ну или, по крайней мере, вызывающую желание продолжить изыскание в этой области. Не все поддается упрощению до уровня 8-летних детей. Я прошу прощения, что постоянно напоминаю о событиях в моей жизни, но иначе мне сложно рассказать суть нашим зрителям. Когда мне было 11 лет, я узнал о гравитационной постоянной. Так вот, гравитационная константа – одна из основополагающих во Вселенной, и мне всегда хотелось узнать, почему эта постоянная равна той или иной цифре, а не другой. Почему заряд электрона такой, какой он есть? Or, for example, the charge of electron. Why this is so? Это очень глубокие вопросы. Вы спрашиваете меня, почему законы физики действуют так, а не иначе. Ну вот константы. Если они изменятся, скажем, на 20%, мир перестанет существовать. Именно так. И жизнь на Земле, может, никогда бы не появилась, стоит только цифрам немного измениться. Углерод исчезнет, если поменяется значение магнитного взаимодействия или слабых сил. Это такой вопрос, когда я задал его своему учителю, он не ответил. Он сказал, все так просто потому, что это так. Попытка понять, почему законы физики такие, какие они есть, это очень глубокая сфера науки. И астрофизики, вроде моего отца, работают над ней. Подобные вопросы часто задают дети, потому что их сознание предельно открыто. Оно может пытаться проникнуть в суть вещей. И с помощью книги Джорджа «Секреты Вселенной» мы пытались дать детям возможность начать формулировать ответы. Приведите несколько примеров. Вы упоминали черные дыры. А что еще? Книга начинается с описания того, как формируются звезды. А это, по сути, ключевые события в появлении и развитии всей нашей Вселенной. Так что мы прослеживаем весь жизненный путь звезды, включая формирование солнечных систем вроде нашей, появление планет. Рассказываем, соответственно, как мы появились на Земле, а потом о смерти звезды, о ее превращении в черную дыру, о том, происходит ли излучение радиации. Это все в первой книге. Во второй книге мы разбираем то, как человек научился осваивать космическое пространство, о его путешествиях в космос. Вы имеете в виду мысленные эксперименты или пересказываете истории о Юрии Гагарине и Джонни Гленне? Мы начинаем с настоящего путешествия в космос, а к концу приходим к путешествию в воображении. Мы смотрим на то, каким образом человек исследовал Вселенную. Начинаем с пилотируемых экспедиций, заканчиваем беспилотными, рассказываем об оптическом изучении, о том, как мы смогли заглядывать в разные части Вселенной, о радиоастрономии, то есть о том, как мы слушаем нашу Вселенную, и подводим разговор к теоретической физике, о том, как мы смогли изучать Вселенную с помощью нашего разума. Как-то давно один физик или химик сказал, есть вопросы, на которые нельзя ответить в принципе. Например, нельзя узнать химический состав звезды. А через 20 лет появилась спектроскопия, и теперь мы знаем, сколько гелия в Солнце. Знаем, как эти линии в спектре отражают состав звезд. Вы касаетесь этой темы? Of stars and planets. Do you tell these stories, or it's just? Yes, we do. We go through. Да, но не строго спектроскопии. Мы рассматриваем серию звезд в этой книге. Огромный объем информации. And when I was young, I always asked my mother,
Когда я был маленьким, я спрашивал у мамы, а сколько мы будем жить? Раз мир звезд такой хрупкий, они перетекают из одной формы в другую, то нам, видимо, очень повезло, что у нас есть солнце, и оно где-то в середине своей жизни. Нашему солнцу осталось где-то 5 миллиардов лет, если вы об этом. Так что время есть, вам хватит этого срока, чтобы закончить свои дела. То есть солнце находится в центре цикла и проходит путь от белого гиганта к чему? К красному гиганту. Оно разрастется и поглотит ближайшие планеты, так что мы все окажемся внутри. И все это проглотит все планеты? Нет, только планеты земной группы, то есть Меркурий, Венеру, Землю, Марс. Но я говорю об этом еще рано думать, время еще есть. Ну и сколько нам осталось? 5 миллиардов лет. Я долгие годы работал как научный журналист, и меня всегда поражало, как много есть паранормальных ответвлений науки, вроде астрологии, чтения по ладони, изучения НЛО, внеземной жизни, экстрасенсорики и так далее. Все это становится все популярнее и популярнее. И вот парадокс. Чем больше развивается наука, тем более сильную страсть люди испытывают к этим паранормальным явлениям. Как это можно объяснить? Мне тоже кажется, что здесь скрыт парадокс. Мы используем все более сложные устройства и технологии в нашей повседневной жизни, и в то же время наше понимание этих технологий все меньше, и поэтому мы отходим все дальше от науки. Хотя нам может показаться наоборот, если мы так часто пользуемся сложными устройствами, то мы, значит, все ближе к технологиям. Это не так. Мы понимаем все меньше. Если я сейчас попрошу оператора нашего сделать общий план нашей студии, взять самый общий план нашей студии, мы увидим огромное количество электронных приборов, которые работают на физических принципах, которые были заложены в середине 20 века и в начале 21 века. И много ли мы знаем о том, что у них внутри? Я попросил оператора взять общий план, чтобы наши зрители увидели, как много вокруг нас высокотехнологичных приборов. Но знаем ли мы достаточно о том, что скрыто у них внутри? Ну что внутри мобильника, скажем? Можете ли вы разобрать iPod и потом собрать его снова? Понимаете, о чем я? У нас нет представления о том, чем мы пользуемся, и как эти технологии влияют на нас. И, может, именно это заставляет людей обращаться к астрологии, к паранормальным вещам, хотя это и звучит парадоксально и невероятно. Люди верят в такие явления, потому что больше не понимают науку. Получается, что паранормальная наука дает простые ответы на сложные вопросы. Да, и она помогает людям чувствовать себя сильнее. Например, вот эта идея о том, что можно изменить мир позитивным мышлением. Такое мышление — это хорошо, быть радостным, оптимистичным, что тут плохого? Но вы не можете заставить другую реальность возникнуть, просто пожелав этого. Хотя многие воспринимают квантовую теорию именно так и ошибаются. Позвольте мне взглянуть на книги, которые вы принесли. Одна называется «Секреты Вселенной», а другая — «Сокровища Вселенной». Чем отличаются секреты от сокровищ? В секретах речь идет о звездах и о черных дырах. Мы знакомимся с Джорджем, узнаем о его жизни, дружбе с Эриком, о тех проблемах, которые стоят перед ним здесь, на Земле. У Джорджа непростая жизнь,
Друзей у него немного, по крайней мере, в начале книги. В школе его донимают старшие, и с этими проблемами он справляется к концу книги. А во второй книге Джордж и его подруга Энни отправляются в путешествие по Солнечной системе. Они ищут сокровища, а точнее подсказки, которые оставили им в разных частях системы и даже за ее пределами. Эти подсказки помогают им искать жизнь. Я знаю, что Стивен Хокинг начал писать книги об астрофизике, не используя формул. И это была революция, потому что формулы — это основная часть физики. Издатели сказали ему, чем больше будет уравнений, тем меньше людей станет читать книгу. Так что мой отец пытался написать книги вообще без уравнений. Но вот в этих книгах я смотрю не так много иллюстраций, а ведь дети любят картинки. Нет, там есть фотографии, есть иллюстрации, еще есть специальные разделы в рамках, где подробнее разъясняется научная точка зрения. Это для детей, которые хотят узнать больше. А еще там есть эссе от известных ученых нашего времени, где говорится, например, о том, насколько далеко можно заглянуть в космос, есть ли там кто-то. Мы нашли этих ученых и попросили их написать что-то для детей, хотя никто из них раньше этого не делал. А каков сейчас у этих книг тираж в Великобритании и США? Проект оказался успешным? Да, книги оказались популярны в Британии, их раскупают в Соединенных Штатах. Сейчас их перевели уже на 40 языков. И во многих странах они стали бестселлерами. А в сентябре выйдет третья книга. Мне кажется, она получилась лучше всего. Ее назвали «Джордж и Большой взрыв». И как вы объясняете идею большого взрыва Джорджу, которому 9 или 11 лет? Довольно трудно написать приключенческую историю о том, что произошло 13,5 миллиардов лет назад. Но мы отправили Джорджа в большой адронный коллайдер, где ему надо помешать заговору злых ученых, они хотят взорвать... Ну, по-моему, это история в стиле Дана Брауна. Нет, совсем другая, к счастью. Джорджу надо помешать злодеям взорвать коллайдер, когда там находятся все ученые физики мира. Есть группа людей, которые не хотят раскрытия секретов ранней Вселенной, и они планируют остановить великий эксперимент. Если вы не будете добавлять приключений, детективных составляющих в науку, то она будет непонятна ребенку? Дети очень хорошо воспринимают истории, где есть действующие лица. Так устроен их подход к усваиванию информации. И это проявляется, когда они подходят к моему отцу и спрашивают, что случится, если я попаду в черную дыру? Они представляют себя в космических обстоятельствах. И это и подсказало мне, как следует писать книгу. Я поняла, как дети могут ассоциировать себя с абстрактными вещами. То есть идея книги родилась, когда вы услышали эти вопросы? Да, это случилось на вечере в честь дня рождения моего сына. Некоторые его друзья находились рядом с моим отцом, задавали ему кучу вопросов об астрофизике, но все эти вопросы касались самих детей, того, что произойдет с ними, если они отправятся изучать явления во Вселенной. Ну, если они, например, вплотную подойдут к скорости света. Да, им интересно, что они будут чувствовать. Я подумала, вот как они хотят узнавать эту информацию, вот как они смогут понять ее, если мы опишем ее глазами ребенка, с которыми дети могут себя ассоциировать. Можно я задам вам пару личных вопросов? Насколько мне известно, Стивен Хокинг, ваш отец, пишет книги очень необычным образом. Он ведь парализован, и он не говорит. He's speaking on, or he's not speaking. He speaks with the use of a computer.
Он говорит с помощью компьютера. Он болен так называемой болезнью Лу Герига, и постепенно его мышцы перестают двигаться. У него осталось совсем немного мышц, которыми он способен управлять. Он может подергивать щекой, а на его очках расположен сенсор. Датчик считывает движение щекой и посылает инфракрасный сигнал на компьютер, который находится в кресле отца. И этим лучом он может управлять курсором и выбирать слова на экране, чтобы составлять их в предложение. There's a cursor which he can direct using this beam, and he can select words off a screen to put them into a sentence. But it's very slow. Но это ведь очень и очень медленно. Так много времени он потратил на книгу. Я провела рядом с ним много времени, работая над книгой. Он мой отец, я знаю его всю жизнь, так что мы можем общаться очень быстро. Нам не всегда надо разговаривать для этого. Мы можем общаться невербально. Я читаю ему что-то и сразу понимаю, нравится ли ему это или нет, допустил ли я там какую-то ошибку. Иногда мне надо ждать, чтобы он объяснил мне, почему он против. Так что это медленный процесс, но мы хорошо знаем друг друга, так что нам проще. Прошу прощения за этот вопрос, но ему становится лучше или хуже, ведь болезнь по определению прогрессирует. Или его состояние стабильное, ну то есть не изменилось за последние 10 лет. Он находился на своего рода плато очень долгое время, иногда ему становилось хуже. Вот недавно, например, после Рождества, его дня рождения, ему сейчас больше 70 лет, то есть у него была по-настоящему необычайная карьера, он проделал огромное количество работы, тем более для человека, который общается с помощью движения щеки. И все же он создал целый пласт важной научной литературы. Получается, своей жизнью он доказывает, чего можно добиться с помощью силы воли. Да, по-моему, он воплощение того, на что способна настойчивость. А дети могут оценить это? Да, дети любят его. Тут есть еще кое-что. Когда я предложил ему написать книгу для детей, он засомневался и сказал, не знаю, буду ли я им интересен. Но дети, напротив, восхищаются им. И я видела их рядом с отцом. Они считают, что он исключительный человек. Они видят его во время публичных лекций? И на этих лекциях, и во время других его выступлений дети чувствуют в нем какой-то магнетизм, что-то интригующее. А третья книга о большом взрыве. Сейчас ученые в адронном коллайдере и в лаборатории в Техасе пытаются найти частицу Бога, бозон Хиггса. А это, возможно, носитель массы. Если его найти не удастся, то все эти теории о темной материи окажутся провальными. Или нет? Может ли вся наука зависеть от одной частицы, от случая? И если эта частица, к тому же, еще не обнаружена? Or not. So could this science be dependent on just one particle, which is not yet discovered? По большей части все, что мы описали в книге, скорее всего, не претерпит радикальных изменений в ближайшем будущем. По крайней мере, мы надеемся на это. Но если так произойдет, то мы будем очень воодушевлены. У нас появится совершенно новая точка зрения на науку, и нам придется переписывать все эти книги. Сейчас дети перегружены образами. Компьютерные игры, пришельцы, история о мозге, о том, как можно читать мысли, ну, вроде особого мнения Спилберга. То есть о том, как можно почувствовать наше намерение, прочитав содержимое мозга. И все это очень хорошо проиллюстрировано голливудскими студиями. А вы предлагаете детям книгу, где очень много текста. Как вы собираетесь соперничать с источниками образов, которые окружают ребенка?
Это хороший вопрос. Соперничать сложно. И, как я уже говорила, вокруг детей есть множество источников информации. Но в то же время их родители, дедушки, бабушки все еще хотят, чтобы дети читали книги. В них скрыт огромный образовательный потенциал. Правда, и книгу можно превратить в телесериал. Мы сейчас обсуждаем это, кстати, с телекомпаниями. Так что, возможно, приключения Джорджа в итоге будут экранизированы. А вы уже продали права на книгу? Да, и мы работаем над телесериалом. И это появится на каком-нибудь детском канале, вроде Cartoon Channel. Да, но с серьезным уклоном в область образования. У сериала будет та же цель, что и у книги, но достигаться она будет другими средствами. Но когда вы ребенок, вы хотите обычно сломать или построить что-то, а здесь речь идет об абстрактных вещах. Да, поэтому мы и создали персонаж ребенка. Только немногие люди могут понимать абстрактные концепции, и некоторые из них становятся астрофизиками. Ну, взять, к примеру, теорию суперструн. Мне 44 года, и я не могу ее понять, хотя много раз пытался. Даже читая Стивена Хокинга, не могу ее себе представить. Вот почему мы описываем события в книге глазами ребенка. Вы переживаете какие-то вещи так, как он это делает, и учитесь понимать их вместе с ним. Поэтому нам понадобился персонаж ребенка, иначе мы могли бы просто написать учебник, но мы подумали, что так будет веселее, понятнее и полезнее. А вы беседовали с русскими детьми? Ведь вам надо ориентироваться на какую-то фокус-группу, иначе сложно понять, работает здесь книга или нет. Я побывала в одной московской школе сегодня и отвечала там на вопросы детей. Это была какая-то специальная школа с уклоном в физику, например? Нет, это была обычная государственная школа. Ну и что вас спрашивали? О, они задавали мне столько вопросов. Приведите 5 лучших примеров. Ну, скажем, можно ли попасть через черную дыру в другую вселенную? Ну и как, можно? Теоретически, да. Есть такой взгляд, что астронавт может пролететь через черную дыру в так называемую червоточину. Но, скорее всего, присутствие астронавта дестабилизирует обстановку там. Так что ответ, наверное, нет. Еще дети меня спрашивали, существует ли, на мой взгляд, жизнь за пределами Земли, как сформировалась наша Солнечная система. Ну и что вы с отцом думаете о внеземной жизни? Раз или два раза в год в интернет попадают этакие утечки от MI6. О том, что в комиссии где-нибудь в Пентагоне или в Британском министерстве обороны занимались поиском инопланетян и НЛО. Они якобы опрашивали пилотов и составляли записи. И вот недавно, недели две назад, появились сведения, что президент Трумэн, или не помню, Эйзенхауэр, разговаривал с инопланетянами. Такие истории появляются постоянно. Людям нравятся теории заговора, особенно когда дело касается инопланетян, потому что такие теории очень сложно опровергнуть. И что вы с отцом обычно говорите на этот счет?
Я бы сказала, постепенно мы все четче понимаем, насколько велика Вселенная, и как много еще может быть планет, которые вращаются вокруг своего Солнца. И мы сейчас с легкостью можем поверить, что некоторые из этих планет похожи на Землю, на них те же условия для возникновения жизни. Так что идея о существовании инопланетной жизни, которая еще лет 20 назад была такой нелепой и сумасшедшей, сейчас кажется уже не такой фантастической. Мы не знаем, разумная там жизнь или примитивная, и не знаем, сможем ли мы как-то установить связь с ней. И еще один вопрос, который вам задавали дети в школе. Как родился наш мир? Как появилась наша Солнечная система и планета Земля? Вы знаете, что Земля появилась из полевого диска, который вращался вокруг протозвезды нашего молодого Солнца. Я помню одну загадку. Если существует огромное количество звезд, возможно, даже бесконечное число, и они повсюду, на разном расстоянии, от близкого Солнца до самых далеких, получается, что небо всегда должно быть ярким. А почему оно не такое? Почему ночью оно темное? Вы знаете, почему небо темное? Вы знаете, я совершенно забыла ответ. Я его знала, но он вылетел из головы. Я тоже знаю, что есть ответ, но я его не помню. А дети спрашивают вас, почему небо голубое, или почему облака белые, а солнце красное, когда поднимается или опускается? Нет, по большей части они говорят о космических явлениях, которые мы пытались описать. Дети очень любознательные, и в работе с ними есть одна по-настоящему интересная деталь. Когда предлагаешь им задавать вопросы, поднимается одна-две руки. А потом все втягиваются, через несколько минут уже все тянут руки, у каждого появился вопрос, и приходится уже их останавливать. Так что у детей этого возраста есть невероятный энтузиазм и аппетит в отношении такой информации. И книга написана, чтобы у них была возможность усваивать все в дружественной обстановке, без замечаний вроде «что за глупый вопрос?», чтобы на их вопросы звучали ответы и чтобы это было весело. Спасибо большое, мне уже 44 года, и я понимаю, что не знаю ничего об астрофизике. Чем старше становимся, тем меньше знаем. Я бы хотел оставить себе эти книги, чтобы изучить их, и почувствовать себя опять 8-летним мальчиком, который только начал задаваться вопросом и спрашивать у всех, что такое Вселенная. Спасибо вам и вашему отцу Стивену Хокингу. Надеюсь, эта книга будет популярна здесь так же, как и у вас на родине. Большое спасибо. Спасибо, Люси. Я себя начинаю чувствовать 8-летним мальчиком, который понимает, что он абсолютно ничего не знает и готов задавать вопросы о строении Вселенной, мучая своих родителей и всех окружающих. Пожалуй, возьму эти книжки с собой, почитаю на досуге, а потом телезрителям «Дождя» буду постоянно рассказывать, как возникла Солнечная система, что такое черные дыры, и что с нами случится, если мы туда когда-нибудь попадем? Это была программа «Говорим». С вами был Павел Лобков. Всего доброго. Говорите с Павлом Лобковым.